Надеюсь, меня никто не заметит. Ничего. Отлично. Может, птица? Стоит проверить.
видела мою дочь. Твоя дочь с остальными внизу. Иди! Спасибо. Примечательный. Сказала же, никого похожего я не видела. Не лги мне. Не хочешь, не верь. Что за... Как насчет мистии с ручной птицей? С орлом? Просто смешно. Отстань от меня со своими глупыми вопросами. Ах ты! Что там? Я иду проверять. Раздражаешь, как птица моей тетушки. Эй! Спустись к подножью горы. Остальные там. Ты мистия. Спасибо. Бегите, остальные внизу. Мы помогли культу, пора вернуть должок. Подпись «Буря». Орден и культ работают вместе. Неудивительно.
Я нашла.
Хватит! Попробуй найти укрытие. Если не перестанешь, будешь свистеть Харону. Эй, ты! Стой! Действует безупречно, но я продолжу наблюдение. Этой женщине поручили следить за бурей. Буря пользуется влиянием. Нужно узнать больше. Ah!
Благодарить тебя. Тебе здесь не рады. Тут наверняка есть охрана. Ты все равно умолкнешь. Си. Видимо, звук шел не отсюда. Мерещилось.
Кто-нибудь есть? Вот ты где. Здесь бдительные стражники. Я точно слышал какой-то звук. Это что?
Наверное, показалось. Чтобы оснастить флот орудиями, нужно время. Орудия? Мне это не нравится. Этих писем мне хватит. Буря — великолепный стратег. Нападать в открытую глупо. Без плана ее не одолеть. Yeah!
Найду укрытие. Чтобы оснастить флот орудиями, нужно время. Орудия? Мне это не нравится. Этих писем мне хватит. Буря — великолепный стратег. Нападать в открытую глупо. Без плана ее не одолеть.
задержались, Пахель. Скоро орден настигнет нас. Людям нужна наша помощь. Мама! Дочка, ты цела? О, Зевс! Кассандра, ты здесь? Это ты освободила нас. Спасибо. Я Клета. Я даю приют страждущим в буре, деревне неподалеку. Я уже давно живу в Ахее, но что-то изменилось. Приближается опасность. Что ты знаешь? Все жители Ахеи знают бурю. Это самый свирепый капитан в Эгейском море. Выжить после встречи с ней невозможно. Ее гнев страшит даже Посейдона. Те, кто не может сбежать от бури, живут в моей деревне. Но это временная мера. Гавань закрыли. Солдаты обыскивают тут все. Я думаю, как помочь людям бежать из Ахеи. Если ты можешь помочь, приходи ко мне в буру. Она знает больше, чем говорит. Неважно, орден уже здесь. А Морг не простит нам того, что мы сделали в Македонии. А Морг не забудет, что в смерти охотника виновна проклятая. Его ум острее любого клинка. Возможно, он уже здесь, наблюдает, изучает наши действия, решения, ищет наши слабости. Здесь оказались люди со всей Греции, из-за ее пределов. Торговцы, крестьяне, моряки, целые семьи. Их ловят и допрашивают о Македонии. Люди страдают, потому что орден разыскивает нас. Люди страдают, и мы должны помочь им. Не это ли наша цель? Разве не стоит рискнуть? Их не спасти. Пока буря так сильна, нам нужно нанести ей удар. Только тогда люди смогут вернуться домой. Значит, за дело. У бури не будет шансов против нас троих. Она умрет. И вы сможете покинуть Грецию навсегда. Я отправлюсь в гавань и выслежу бурю. Вряд ли она единственный член Ордена в Ахее. Я поищу остальных. До встречи. До встречи. Можно поискать Дария и Натака в Патрах или заглянуть к Клете в буру.
Готовишься к чему-то? Ты здесь, наконец-то. Ты говорил, что в Ахее назревает что-то важное. Главный инженер Бури работает над новым орудием. Новое орудие? Это не к добру. Он хочет бежать из Ахеи. Раз он хочет бежать, может, мы уговорим его помочь нам победить Бурю? Он будет присутствовать на симпозии корабельщиков в амфитеатре Ахеи. Я сейчас же отправлюсь в амфитеатр. На встрече будет обсуждаться секретное орудие для Бури. У главного инженера должно быть больше сведений. Вроде несложно. Тебе нужно сказать, я избранница Посейдона. Ладно. Ищи главного инженера среди присутствующих. Я отправлюсь в амфитеатр и найду инженера. Дарри говорил об этом я месте. Я говорю не о пути, который вы проделали, чтобы приехать сюда. Хотя не заслужу благодарна вам. Я говорю о благородной истории кораблестроения. Не стоит здесь оставаться.
лучше не попадаться. Я говорю не о пути, который вы проделали, чтобы приехать сюда. Хотя, безусловно, благодарна вам. Я говорю о благородной истории кораблестроения. Думаю, в этом прекрасном... Я избранница Посейдона. А я любовница Геры. Что? Что значит что? Уходи, я пытаюсь сосредоточиться. Я... Слушай, ты мне не интересна. Уходи. Я избранница... Бестолочь. Что? Бестолочь, ты, а не избранница. Я слышал, как ты пристаешь к людям. Как ты узнала обо мне? Ликуй, боги велели мне избавить тебя от забот. Ты хочешь покинуть Ахею? А, не уверен насчет богов, но твои лазутчики молодцы. Да, пожалуй. Что ж, пришли тебя бури, я был бы уже мертв. Я ищу способ убить ее. Мне нужно твое орудие. Вздох Химеры. Предмет моей гордости и сожалений. Я ушел от бури, не завершив его. Без меня они никогда не заставят вздох работать как надо. Ты сильно рискуешь, доверяя мне свои тайны. Нет. Я надеюсь, что ты убьешь для меня бурю. Добудь чертежи. И я оснащу твой корабль вздохом Химеры. С ним ты справишься. И с целым флотом. Я должен исправить свою ошибку. Адрести – один из лучших кораблей мира. Ему не нужны орудия. Даже против бури? В бою с ней понадобятся все средства. Ну, где искать чертежи? У командира флота Бури. Он руководит блокадой. Я примусь за работу. Чертежи зашифрованы. Прочитать их могу только я, и на это уйдет время. Я вернусь, когда закончу. Славно. Я как раз думал, как прорвать блокаду. Я разберусь. Откуда этот свист? Адрианурасти! Я тебя слышу! Что
это? Что? Пора возвращаться в амфитеатр. Они нашли инженера. Только он мог разобраться в чертежах. Ah!
Нет! Они нашли инженера. Только он мог разобраться в чертежах. Смотрите, сперва беглый инженер, теперь хозяйка орла. Нам повезло. Не сказал бы, что повезло. Фу, смотрите, кто к нам заглянул. Убить их, обоих! Нет! Они нашли инженера. Только он мог разобраться в чертежах. Смотри! Конец.
Буря хитрее и осторожнее, чем мы думали. Предупрежу остальных. Они в опасности. Чертежи отдам Варнаве, пусть посмотрит. В любом случае нужно уходить. Время уйти в тень. Ты говорила с моим мужем. Я помогу. Жена инженера. Что тебе известно о чертежах? Мой муж разослал книги по всей Ахее. Часть можно найти на кораблях бури, еще часть на верфи. Книги подскажут, как создать орудие. С ними ты сможешь отомстить буре за моего мужа. Я убью бурю с орудиями или без них. Твой муж будет отомщен. Он был бы рад слышать это. Я найду книги. Не лезть в бой и действовать незаметно. Волноваться не о чем. Одна из книг, о которых говорила жена инженера. Ничего не понимаю. Орудия показывают. Мы не ждали тебя, буря. Орудия, скажи, они готовы? Да, но не опробованы.
Стреляй. Но рискованно. Стреляй. Живо. Ты останься. Огонь! Исправить. До завтра. Хорошо, Новарх. Я должна вернуться на Сциллу. Но сперва проверю, как идет работа на верфи. Вдруг вы бестолочи испортили еще что-то. Ну! Буря. Будет непросто, особенно если они починят орудие. Они не знают, как с ними обращаться. Научатся, это лишь вопрос времени. Нужно что-то придумать. Какой у тебя план? Мы должны пойти за Бурей. Будет лучше, если мы покончим с ней здесь. Нужно догнать ее. Отправимся наверх. Она рядом. Идем. Нашла. Вот что я искала. Здесь много охраны. Не лети так! Хотел бы я слушать свист, купил бы птицу. Свистел. Что это было? Может, почудилось. Что за звук?
Еще книга. Славно. Книга. Отдам ее Варнаве. I'm
Вот и верфь. Ah!
ничего полезного. Я ищу хозяйку этого места. Орудие не готово. Нет. Нет. Здесь что-то не так. Ты не видел женщину Наварха? Говори тише. Нас могут подслушивать. Кажется, здесь что-то есть. Или кто-то. К вам приходила женщина. Где она? Ушла. Надеюсь. Спаси, Посейдон. Меня преследует. За мной начнут охотиться все. Хозяйка верфи, знаешь ее? Я ничего не знаю. Оставь меня. Кассандра, сюда, скорее. Кто-то хочет смерть. Я не нашла бурю. Вот, взгляни. Орден подозревает, что мы в Ахее. Они поручили буре схватить нас. Мы попали в ловушку. Отец, нужно рассказать ему. Скорей! За нами следят. Нет, на нас охотятся. Смотри, склад. Я привлеку их внимание и спрячусь. Дальше твой ход. Да, устрой сцену и беги к складу. Я останусь и посмотрю, сколько их, прежде чем действовать. Ты готов? Как же так? Я любил тебя, чудовище! Уйди прочь! Разделимся и найдем. Надо держаться в тени. Ah!
Вот и все. Отвечай, где буря? Что ей нужно? Она создает орудие для своего корабля, Сциллы. И взяла под контроль всю Ахею, чтобы поймать тебя. Тебе некуда бежать. Сцилла уничтожит тебя и твой корабль. Тебе конец. Ее не победить. Ну, если буря ищет нас, потопим ее флот и отвлечем внимание на себя. Нас хотели схватить. Нам почти удалось. Зато орден потерял наш след. Пока. До встречи, Натак. Увидимся позже в убежище.